Украина заработала 2 миллиарда на евробляхах. Для Минфина и Пенсионного фонда такие поступления денег стали приятным и незапланированным доходом. В государственный бюджет Украины перечислено 2 миллиарда гривен от растаможивания 30 тысяч автомобилей на европейских номерах. Об этом сказал замминистра финансов Сергей Верланов в ходе встречи в Национальном банке Украины, сообщает РБК Украина. На сегодняшний день государственный бюджет получил 2 миллиарда гривен от растаможивания этих автомобилей. Растаможено более 30 тысяч автомобилей из более 500 тысяч, сказал он. Минфин прогнозирует, что всего будет растаможено 250-300 тысяч автомобилей на еврономерах, добавил замминистра. Верланов также отметил, что для Минфина и Пенсионного фонда такие поступления денег стали приятным и незапланированным доходом. На прошлой неделе сообщалось, что Украина получила 1,5 миллиарда гривен от оформления 24,6 тысяч евроблях. Каждые сутки таможенники оформляют около 1500 автомобилей на еврономерах. Напомним, 19 декабря правительство опубликовало временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины. А 25 ноября вступили в силу законы 8487 и 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.